Иркутская область направила 94 ребенка и 6 сопровождающих из Кировска в Луганской Народной Республике в оздоровительный центр «Алые паруса» в Евпатории. Поездка организована по соглашению о сотрудничестве между регионами. На берегу Черного моря ребята проведут 14 дней. Об этом 8 августа 2022 года сообщила пресс-служба регионального правительства. На территории ДНР и ЛНР долгое время шли боевые действия, и дети, конечно, воспринимают такие события особенно тяжело. Хочется, чтобы все плохое они забыли как можно скорее. Спасибо всем жителям Иркутской области, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи и понимают важность такой большой работы, сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Очень благодарны, что появилась такая прекрасная возможность нашим детям выехать к морю и перед началом учебного года оздоровиться, набраться новых положительных впечатлений и потом уже вернуться с новыми силами и начать учебный год. Ну, думаю, что все будет хорошо, и мы наших детей встретим и послушаем, какие хорошие, прекрасные дни они там провели. Ну, ориентировочно возвращение группы детей где-то 23 августа.